Всем привет! Сегодня готовлю простое, сытное, горячее блюдо – грибные пеньки. Получается очень вкусное, аппетитное и к тому же смотрится на столе оригинально и красиво. Одну мелко нарезанную луковицу обжариваем до полупрозрачности. Добавляем грибы. Солим, перчим, все перемешиваем и доводим до готовности. Два шампиньона нарезаем пластинами и обжариваем тоже. Батон нарезаем кусочками шириной примерно 5 см. Обмакиваем их в молоке и выкладываем на противень, смазанный растительным маслом. Рюмочкой или ложечкой делаем углубление в каждом кусочке. И выкладываем туда нашу грибную начинку. Сверху посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку 180 градусов на 20 минут. Наша закусочка готова. Украшаем ее грибами и полукружочками огурца. По желанию посыпаем измельченным укропом и подаем к столу. Грибные пеньки получаются очень сочные, ароматные, с хрустящей корочкой и нежной мягкой начинкой. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!